Прости, ты не успел. Я даже... Сучка, ты хотел сказать. Просто когда ты вернулся в большой спорт, понимаешь? Колобок, я тебя съем. Не ешь меня. Рука-лицо. Не, ну сейчас просто тренер раздаст тут. Не, сверху может садиться только Малаева. Не умеет фотографировать девочек и больше бесит не жирная жопа твоя, а песик, который вывалился. Песик — это волосы, если кто не знает. Вот это вот херня, вот это бесит очень сильно. Хочешь ни о чем не думать, чтобы тебя ничего не расстраивало, то вернись в спорт, вернись в спортзал и начни тренироваться. Это максимально поднимает настроение. А еще, друзья, я хочу вам сказать, что я сегодня в Толедо-бар и всех жду. Вот. Еще, конечно, мне очень невероятно болит нога на эту погоду. И что, с первым снегом, с очередным первым. Лучший день заходил сегодня, вот сегодня, 100%. А еще я вам расскажу такую штуку, короче, быстро расскажу, пока ехала домой. Еду я, у меня заканчивается бензин, думаю, так, заправлюсь я. Заехала на незнакомую мне заправку, потому что, ну, нужно было экстренно заправиться. Провтыкала этот момент с пробками. И вот такая тема. Иду на кассу. Это, я так понимаю, частные предприниматели. Иду на кассу. Говорю, заправьте мне, пожалуйста. Он говорит, нет, заправщик только на газ. Я говорю, ну вот вы сидите, сидит девушка и сидит молодой человек. И я говорю, ну заправьте нас, пожалуйста, мы вас отблагодарим. Я всегда даю заправщикам деньги. Всегда. Он говорит, нет, заправщик только на газ. Я говорю, окей. И что самое интересное, они думали, что то ли я этого не умею делать, то ли я этого не сделаю, но как-то так. И я вот думаю, мужчины, обращаюсь ко всем своим подписчикам. Я знаю, что меня много смотрит мужчин. Не поступайте так, потому что на месте меня может оказаться ваша мама. Говорю я на слово «мама», мама начала звонить мне. Может оказаться ваша мама, ваша сестра, ваша будущая дочка или уже... У вас есть дети, скажем так. Я мастер формулировки сегодня. Меня просто возмущает наше воспитание. Люди, будьте добрее и относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Призываю искренне к этой ситуации вас. Такая вот неприятная штука сегодня со мной происходит. Но ничего, хорошее мое настроение. Никто не испортит, даже штраф. Вот. И за штраф — это отдельная тема, почему так произошло и почему так жесток снег сегодня. Вот, ну и опять же, наша полиция нас бережет, бесплатно катают, бесплатно стрижут. Я реально на минуту остановилась для того, чтобы забрать человека, на аварийку стала. Почему-то Audi и Mercedes, которые рядом стояли передо мной, не штрафовали. Вопрос. Вы
И тут запикать надо сейчас мое настроение. Короче, всем классная вечерочечка. Всех жду в Далидобар на дымный кальян. Песни, пляски. Пошла собираться. Наши талантливые гости.